найден старейший мужчина Земли. Самым старым мужчиной на планете из ныне живущих был признан 112-летний японец Масадзу Нанака. Об этом сообщил официальный сайт книги рекордов Гиннесса. Житель острова Хоккайдо родился 25 июля 1905 года. У него есть 7 братьев и 1 сестра, живущие неподалеку от него, а также 5 детей. Мужчина уже давно вышел на пенсию и коротает время, смотря телевизор, читая газеты и наслаждаясь сладостями. Также Нанака любит проводить время с семьей. До Нанаки обладателем титула самого старого мужчины в мире был 113-летний Франциско Нуньес Оливейра. Франциско Н. символ 250 символ 241 Ес Оливейра из испанской деревни Бьенвенида. Он скончался 29 января 2018 года. Самым старым жителем планеты за всю историю существования книги рекордов Гиннесса считается француженка Жан-Луиз Кальман, дожившая до 122 лет и 164 дней. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.